Как гласит поговорка, нет больше беды, чем плохие соседи. Об этом, к слову, не понаслышке знают жильцы одного из березняковских домов. В очередной серии программы «Пара ласковых» мы рассказали о нелегальных соседях, которые поселились в подвале дома номер 3 на улице Комсомольской. Прихожу, снимаю, свет горит, куча мусора. Смотрю, лежит лежанка, а там лежит полуголый мужчина. Тепло ему же, тепло, жарко. А на голове у него какой-то мешок или непонятно что. Подвал на Комсомольской облюбовали бродяги, которые стали причиной некоторых коммунальных проблем. Перед героями программы встал острый этический вопрос – сохранить свой комфорт и выгнать несчастных на улицу, либо продолжать мучиться. Вместе с экспертами моя коллега Ольга Распадмарева разобралась, как защитить свое жилье от нелегальных соседей, и как мы сами можем помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сканируйте QR-код, который сейчас на экране, и смотрите всю серию скандального проекта целиком. Вооружайтесь информацией и смотрите «Пару ласковых».